Ну что, друзья, посмотрели на все эти новые модные фишки macOS Ventura? И все они были бы невозможны. Ну, конечно, возможны, но крайне неудобны. Без этого нового необычного аксессуара, который представил Apple. Что в нем необычного, спросите вы? Да все то, что компания Apple впервые не представила этот аксессуар от своего имени, а обязала Белкин выпустить. И самое интересное, что данный аксессуар я замучился искать в России. Его просто нет ни за какие деньги. Я там посмотрел, здесь посмотрел. В итоге, конечно же, нашел. Чтобы вам показать, мои дорогие друзья. Итак, встречайте. Тот самый необычный аксессуар, который показала Apple на своей презентации. And we're working with Belkin to offer beautiful stands to hold your iPhone at the perfect height and angle. Ну так вот, я прикупил тут разных вариаций от Belkin. Причем Belkin звучит как русская фамилия, но она ничего общего с Россией не имеет. А называется данный аксессуар iPhone Mount with MagSafe for Mac Notebooks. Let me speak from my heart in English. Еще такая есть для лэптопа, ну, для большого экрана Мака. Она стоит других денег, порядка $40. Есть возможность крепления на штатив, а также бывает только черного цвета. Я взял двух цветов, черную и белую. Вот она, посмотрите. Вот это розовенькая, но это я напоследочек оставлю. Еще одна штучка. Ну что, давайте распаковывать. Коробка немного помялась. Стоит, кстати, в Америке он порядка там $30. В России же барыги кто во что гораст. Скажу честно. О, здесь, смотрите, написано MacBook 2017. MagSafe Complete Case. С беленькой начнем? Давайте с беленькой. Ну вот видите, здесь язычков нету, в отличие от Apple-овских аксессуаров. Но если Apple сказала, что Белкин в состоянии сами сделать, значит, будем ориентироваться на Белкина. Блин, как же его открыть, да? Наверное, вот так. Смотрите. Да, вот так, смотрите, ух ты. Вот версия для лэптопа. Так, тут входы. А вот он. И тут больше ничего нету. Buy ready for today. Написано вот здесь на коробочке. Да, ну и все, что ли? Да, смотрите, такая штучка. Написано Белкин. Вот он сам. Ну-ка, а тут как оттопыривается? Опа, вот так оттопырились. Давайте проверять. Смотрите, анимации никакой, ну и нафиг она нам нужна. Правильно? Вот так он присосался, прям не оторвешь. Смотрите, оп. Ну-ка. Тут колечко еще есть. Ну-ка, как его подцепить, что-то я... Туплю. Ну и как это крепится? А, ну это сюда крепится. Вы знаете, на ощупь такой приятненький. Он такой прорезиненный. Вот посмотрите, Белкин. А эту как отцепить? Сейчас посмотрим. Кольцо же тоже отцепляется. А, во, смотрите. Ну вообще тема. Как в рекламе там, знаете. Оп. Не, ну тема, вы знаете, реально как бы тема. И как его ставить? А, вот так поставили, видите, как подставка. Ну, а на Mac как прицепить? Давайте прицепим. А на Mac вот эту штучку такую, видите, как крючочек она так. И чё? А, тут надо развернуть, ну, чтобы все так по красоте было. И смотрите. Вау, пипец, и все. Видите? Так, это белое. Давайте дальше смотреть. Это мы одну распаковали. Ну что, тема. В сторону ее сейчас сдвинем, посмотрим. Допустим, сюда. Так. Мак сюда. Давайте вторую открывать. Коробка точно такая же, тут только разница в цвете. Это белая,
Но это черная. Процесс пошел. Также коробочку открыли. А тут, смотрите, черная. Тут белая. Пахнет, кстати, какой-то такой. Техникой, короче. А это черная. Смотрите, какая черная. Но у меня, смотрите, есть второй iPhone. Чем мы на него прицепим? Блин, а какая лучше, я не знаю. Они мне обе нравятся, вы знаете. Смотрите. Оп. И на мини прицепилась. Так, смотрите, опа. Прям лепота. Ну-ка. А если эту штучку убрать, а эту оттопырить и поставить сюда. Вон, посмотрите. О! Смотрите. Лучше в серединке куда. Кстати, миник отцепляется немножечко. При сильном нажатии, да, он так. О, посмотрите, как это выглядит. Хотите так, посмотрите. Смотрите, сколько камер. Прям тема. Ну, еще какая тема. Так, это распаковали. А теперь, смотрите, есть розовенькая вот такая штучка. И знаете, для чего она? А это я заказал на AliExpress. Точно такая же штука. Только стоит раз в 10 дешевле. Там что-то я за нее отдал порядка 500 рублей. Ну, может, 600. Давайте ее посмотрим. Это мы закроем пока. Знаете, розовенькая, забавная такая упаковка розовенькая. Открывается все проще достаточно. Смотрите, вау. Нифига себе, тут даже 3M-овский скотч. Смотрите, как выглядит. Magnetic Ring Mag Stand. А тут из ролика картиночка. Давайте магнетик открывать. Посмотрим, с чем его едят. А кабель, наверное, чтобы на почте он не примагнитил. Смотрите, бумажка плюс-минус такая же. А, не-не-не-не-не, это кольцо оно. Это для тех, у кого MagSafe не поддерживается. Потому что, ух ты. Ну, вы знаете. Пахнет, кстати, каким-то противным пластиком. Ну, вы знаете. Сам по себе пластик и вот этот материал, ну, что-то похуже. Похуже, похуже. Давайте эту откинем. Сейчас с этой попробуем. Ну, тоже ты... Не понял, так легко вращается. А это сложнее, что ли, вращается? Ну-ка. А это так не вращается. Это более жесткое. А это попроще. Ну, такое себе. Нет, как альтернативу этому аксессуару, поскольку в России такой не найдешь, ну, не очень. И здесь, знаете, тут такая, она не прорезиненная сама вот эта штучка. То есть маг может поцарапать. То есть давайте посмотрим. Тактильно однозначно от Белкин лучше. 100%, ребят, я вам говорю. Ну-ка, как держится? А вот вы знаете, у меня слетает магнит. Вы знаете, а вот у меня слетает магнит у неоригинальной штучки. Сейчас я попробую. Просто страшно айфон. Смотрите, сползает. Ребятушки, сползает. И еще кромку мака может мне поцарапать. Ну-ка, а с миником попробуем. Ну вот она вращается, вот это очень пугает на самом деле. Ну-ка, с миником. Ну, вы знаете, 13 мини вроде держит. А вот 13 Pro сползает. Причем, вы знаете, у кого 13 Pro Max вообще опасно. Нет, смотрится она, конечно, по красоте. Вот, посмотрите. Раз вариант там и вот этот вариант. Сейчас я для чистоты экспериментов покажу. Ну, это как летая, а та вращается. И, знаете, здесь все прорезиненное такое, цивильное. Ну, не знаю. Вот, посмотрите. Это и это. Такая-такая, а вот это черная. Ну, вы знаете, оригинал есть оригинал, любой. Какая все-таки больше нравится? Какую выбрать? Черную, белую? Черная вроде так на контрасте. Точнее, наоборот, белая на контрасте. А черная вроде так незаметно, постельнявее. Не знаю, не знаю. Ну, на столе понятно, что они будут держаться все одинаково, плюс-минус. То есть, вот взяли эту, закрыли.
Ну вот она ходит. Не-не-не-не-не. Не оригинал мне явно не нравится, ребят. Ну честно, вот прям вообще. Ну что-то как-то так себе. Такое себе. Не знаю. Короче, кто может достать оригинал, берите лучше оригинал. Хотя она стоит в 10 раз дороже, но главное качество. Поэтому что я могу пожелать? Хороших вам камер, видеоконференций, трансляций. Всего доброго. Вы на канале Профон. До скорых встреч. Друзья, чуть не забыл. Можно за место вот этой штучки под названием Белкин. Вот она надпись, тут все видите вы, я думаю. Взять и прилепить кое-что другое. Смотрите, что. Вот, посмотрите. Икея. Уже нынче раритет. Смотрите, с большой прорезью для айфонов, которые побольше. И с маленькой для айфонов, которые поменьше. Вот так берем, хочешь, смотрите, вот так вертикально. Хочешь, вот так горизонтально. Как тут? И на столе она лежит по красоте. Вот она, видите? Ну, по красоте, и все. А на Mac крепить как? Да хрен его знает. Скотчем прилепили, и все. Ну, это я, конечно, шучу, колхоз. Теперь точно пока и до скорых встреч.